Да не, парни, у меня жена против, чтобы я с вами шел. Ну, так что извините, меня не будет. Ни на одной фотографии. Подпиши договор недарения, чтобы потом претензий не было друг к другу. Какой договор? Что такое недарение? Ну ты мне ничего не даришь на 23 февраля. И я тебе на 8 марта ничего не дарю. Ага, здрасте, приехали. Я тебе уже купила подарок вообще-то. А это неустойчика. Ты что, 500, офигел? 500, пункт 2, там все прописано. 500 рублей. Опять, наверное, лежит о своих бабах, думает. А почему колобок такой однородный? Ведь там сборник сусечный. Сусеки. Что это за слово такое? Что это вообще такое? Сусеки. И что там в этих сусеках намела бабка, что у нее получился говорящий шар? Долго ты еще реветь собираешься? Пока планшет не отдадите. Мы у тебя забрали его на сутки. Сколько прошло уже? 3 минуты. Всешь помаду? Где она? В куртке у меня, в кармане. Это, Наташа? Да, спасибо, Зоя. Спасибо большое. Это что у тебя такое в кармане? А, это записка. Я понял, что не письмо. Это сделал мой муж. Что сделал? Ну, я ее всегда с собой ношу в кармане. Ну, ты понимаешь, что в жизни может случиться всякое. Ну, не дай бог со мной что-то произойдет. Почему? Я просто не хочу, чтобы ты еще раз женился. Опять ничего не получается. И так тоже не получается. Ой, пожалуйста. Ну и не нужно. Ну и очень-то мне нужно. Здрасте. Здрасте. Я не на конкурс, красавица. Правильно. Доставили. О, хорошо, у тебя жена. Спасибо, до свидания. До свидания. Че ты улыбишься? Че там? Золото в мешок. О, я уже вижу. Ух ты. Ну ладно. Днем рождения! Спасибо. Так ты хоть открой ее, не видел ее ничего. Ну все, все. Вот мужик в банте как сразу запутался. Букеты для слабаков, да? Для сильных коробки. Вот это я понимаю, движ. Прикольно. Спасибо, спасибо.